Здравствуйте, друзья! С радостью приветствую онлайн-зрителей и гостей студии. Сколько времени прошло с нашей последней встречи? Вроде не так уж и много. Но как же все быстро меняется? Сегодня в Glam Team мы говорим еще громче. Мы работаем для вас, для разных и неповторимых, уникальных и прекрасных. У красоты нет границ, она вне возраста, расы и национальности. Красота – главная ценность, которую признает индивидуальность и возвышает ее. В этой индивидуальности ваша сила и наше вдохновение. Сегодня мы хотим поделиться нашими успехами, которые связаны не только с международным развитием. Мы расширяем свою команду, привлекаем новых производителей по всему миру, укрепляем связи с нашими давними партнерами, такими как Интеркос, Анкароти, Хромавис и другие итальянские дружественные нам контрагенты. Германия, Шванстабеле и Фабер-Кастелл – это прекрасные компании с вековой историей производства карандашей. Франция для нас производит безопасные и красивые формулы в лаках и уходах за ногтями. Азия нас также не подводит с качеством упаковки и много-много других компаний, кому мы можем сказать спасибо за поддержку в наших разработках в такое непростое для всех время. Работая со множеством компаний по всему миру, мы снижаем риски срывов поставок даже во времена пандемии. При этом темпы производства не падают, и, соответственно, мы продолжаем поддерживать интерес к нашему разнообразному ассортименту. Мы открываем продажи на новых мировых рынках. Вы уже слышали про США? Да, совсем недавно стартовали продажи. Пожелаем нашим коллегам удачи и будем ждать новостей. Да, бесспорно, международное развитие – это драйвер роста для компании, и мы это видим уже сейчас. Если посмотрите на карту, то увидите, что доля продаж декоративной косметики в ассортименте Faberlic, например, во Франции, составляет уже 24%. Это по сравнению с Россией, где у нас 11%. В Италии это 20%, Испания – 14%, Бельгия, Греция, Люксембург, Дания, Ирландия, Великобритания мы видим 12% нашей доли. О чем это говорит? Мы делаем вывод, что у нас современный, качественный и, что самое главное, очень широкий интересный ассортимент. Доказательством этому будут видеоотзывы наших европейских коллег-лидеров. Предлагаю посмотреть видео. Привет из Бельгии. Меня зовут Певрил. Я открыла для себя продукты Faberlic в октябре 2019 года. Это мои любимые продукты. Тональный крем Neo Serum, запеченные тени и жидкая матовая губная помада. Я очень счастлива знакомству с Faberlic. Спасибо. Небольшой привет из Франции, чтобы сказать вам, что мы обожаем декоративную косметику Faberlic. Я покажу вам три моих любимых продукта. Тональный крем, тушь и помада. Это суперпродукты с отличным качеством. До свидания. Привет из Франции. Сегодня я хочу представить вам три моих любимых продукта. Мой тональный крем, палетка для структурирования лица и мой блеск для губ. Суперпродукты, как и все остальные. Я желаю вам успехов с Faberlic и прекрасного дня. Привет, меня зовут Анна Перес, я старший директор Faberlic в Испании. Сегодня хочу вам представить топ незаменимых для меня продуктов. Моя тушь Push Up, пронзительный взгляд. Моя красная помада, страстный красный. Очень большой поцелуй из Испании. Мы вас любим, семья Faberlic. Всего хорошего. Привет, семья Faberlic, как вы? Меня зовут Дженни, я передаю вам привет из Испании. Я старший директор с подтвержденным рангом, с открытым рангом золотого директора. Я покажу вам три моих любимых продукта для макияжа. Палетка All Over, Feel the Glow и супер тушь для ресниц Long and Strong. Целую, всем желаю больших успехов. Мы благодарим наших друзей из Европы за столь хорошие новости и переходим к традиционной нашей рубрике «Тренды». Наш международный креативный директор Андреа Пеше подготовил для вас подборку трендов, собрал самые интересные и передал нам в работу. Итак, немного коротко о трендах. Оттенки сезона осень-зима 2021 года неожиданно яркие. Вероятно, на возросшей любви к цвету сказались месяцы заточения в прошлом году. То же самое можно сказать и про макияж. Замысловатые стрелки, красочный арт, гранж, блеск и романтизм в бьюти-образах наконец, казалось бы, вытеснили типичные чистые лица на подиуме, от которых все мы успели немного устать. Какие тренды макияжа однозначно нужно иметь в виду перед тем, как откроете свою косметичку? Первое – это активные стрелки, как главный акцент в макияже.
Сезон осень-зима 2021 года особенно порадовал нас стрелками всех мастей. Массивные в духе 90-х. Но, судя по формам, на этот раз визажисты отдали должное классике все-таки. Интенсивные смоки айс в угольных оттенках. Довольно неожиданный тренд, появившийся весной, это дымчатые смоки. Они продолжают свое шествие осенью. Они появились одновременно на показах всех самых известных домов мод. Чтобы не перегрузить макияж, некоторые визажисты даже не используют тушь. И стоит признать, глаза и без нее выглядят выразительными. Небрежная градуированная растушевка помады от центра к краям – вот что подразумевается под этим метафоричным словосочетанием. В этот раз бьюти-гуру не на шутку увлеклись сочными ягодными оттенками, так что лето, к счастью, еще раз напомнит нам о себе. Сложно сказать, диктуют ли соцсети свои правила подиуму, но так или иначе, стразы продолжают осуществлять свой план по захвату ваших косметичек и претендуют на отдельный тренд последних недель мод. Не забывайте, альтернатива стразам – наши блестки Glam Jam. Наступающий сезон точно останется ярким пятном в вашей памяти. Во многом благодаря суперразнообразной осенне-зимней мейкап-повестке. Так вот, мы не останемся без макияжа в нюдовых тонах. Органичнее и универсальнее мейкап-решения действительно пока не придумали. В этом сезоне на пике тренда вариант в бежево-розовой цветовой гамме с едва заметными переходами между тонами. Белые акценты в макияже уходят, уступают место более артистичному варианту акцента. Учимся рисовать на веках абстрактные минималистичные узоры, которые станут отличным способом подчеркнуть свою индивидуальность. Много новостей, много новинок, которые мы планируем к запуску в следующем 2022 году. Жаль, сейчас невозможно раскрыть идеи, но на самом деле мы, разработчики декоративной косметики, живем уже в 2023 году. Но нас ждет не менее интересный предстоящий сезон осень-зима 2021 года. И рассказать о наших запусках этого сезона мне поможет старший продакт-менеджер Glam Team Настя Бакаева. Настя, привет! Передаю тебе слово. Спасибо, Наталья. Добрый день, уважаемые зрители. Да, Наталья, вы правы, новинок много, и начать я хочу с категории губы. Настя, вот скажи, пожалуйста, у тебя в косметичке сколько помад? Сложно даже представить. На самом деле я давно не пересчитывала, но их точно очень-очень много. По примерным подсчетам, каждые 5 минут кто-то покупает помаду Glam Team. Вот такие факты. Ничего себе! Я уверена, что этот кто-то иногда именно я. И первый продукт, о котором я хочу вам рассказать, это палетка наливных помад Lip Cream Palette. Она состоит из 6 оттенков, которые подойдут любому цветотипу кожи. Нежная кремовая текстура легко наслаивается, ухаживает за губами и создает классический сатиновый финиш. Палетка наливных помад – это идеальное решение для тех, кто любит экспериментировать и кому сложно остановиться на одном оттенке. Ждите новинку в 16-м каталоге 2021 года. Мы знаем, что вам уже полюбился формат жидких помад. Lip-код – это секретный код для любого твоего образа. Специальная текстура, нежная, как крем, создает яркий глянцевый финиш на губах. Формула No Barcode не позволяет помаде растечься, а активный компонент Plump Oleo Active создает мгновенный эффект объема и ухаживает за кожей губ. Объемный жидкий глянец без липкости и тяжести на губах. Тональный крем Glam & Glow, я уверена, будет в бьюти-арсенале каждой девушки. Входящие в его состав пигменты наполняют тусклую, уставшую и бледную кожу новой жизненной энергией. Активный компонент Skin Moon увлажняет, борется с пигментацией и создает лунное свечение кожи. Но не пугайтесь, эффект совсем не похож на жирную кожу, а напротив, выглядит естественно и создает эффект натуральной, здоровой кожи. Ждите новинку в 15-м каталоге 2021 года. А теперь самое время окунуться в мир шариковой пудры Faberlic. Это целое море случайных оттенков, каждый из которых не случайно прекрасен. Коллекция из 3 продуктов – хайлайтер, бронзер и румяна в шариках – состоят из уникальных разноцветных сияющих шариков разных размеров и создают атласное сияющее покрытие. Уже в 15-м каталоге 2021 года вы сможете попробовать и влюбиться в эти продукты. Ну а что вы думаете про внеземную красоту? Вы сможете почувствовать ее вместе с новым тональным кремом Nude Illusion.
Особенная текстура синхронизируется с вашей кожей. Капсулы в текстуре разбиваются в процессе нанесения и корректируют цвет лица. Активный компонент тонального крем-тинта найден в биосфере Марса и имеет доказательную эффективность мгновенного увлажнения. Ваша кожа после нанесения тонального крема просто космос. Ждите новинку в 17-м каталоге 2021 года. Глаза – это одна из лидирующих категорий. Мы вышли на высокий уровень качества и не собираемся сбавлять обороты. Выразительный взгляд, пышные длинные ресницы – это заветная мечта любой девушки. Больше вам не понадобятся маски в Инстаграм, чтобы получить эффект нарощенных ресниц. Мы предлагаем более эффективную альтернативу – тушь Glam Chic с эффектом накладных ресниц. Самое интересное, что в этой туши мы используем смарт-текстуру, которая позволяет контролировать объем от базового до максимального в зависимости от предпочтений 1D, 2D, 3D. Она обволакивает каждую ресничку, словно черные перчатки, которые сидят идеально. Осталось ждать совсем недолго. Старт продаж уже в 17-м каталоге 2021 года. Согласитесь, акцент на глазах – это традиционное решение для макияжа любого формата, будь то вечерний мейкап или нежный девичий нюд-лук. Мы перезапустили ваш любимый бестселлер «Запеченные тени для век» в новых оттенках и доработали текстуру по вашим просьбам. Сочетание от сатинового до деликатного перламутрового финиша. С ними можно работать двумя способами – сухим и влажным. 5 палитр запеченных теней выйдут уже в 14-м каталоге 2021 года. Ну и, конечно же, к Новому году лимитированная новогодняя коллекция в праздничной упаковке. Ваши любимые бестселлеры 5 оттенков помад Hydra Lips и тушь Hit Miss Curl в черном цвете. Это отличная идея для новогоднего подарка себе и своим близким. Что может быть приятнее, чем разделить красоту с любимыми? Уже с 16-го каталога 2021 года вы сможете приобрести новогоднюю коллекцию. Ну и как же обойтись в Новый год без ярких акцентных ногтей? В 16-м каталоге 2021 года выходит лимитированная коллекция лаков с шиммерами и глиттером. Вдохновение для ее создания мы нашли в образах оперных див. Волнующие смеральды, нежные Офелии, темпераментный Кармен и других любимых героинь. Желаем, чтобы маникюр с данными лаками приносил вам яркие эмоции, почти как при просмотре оперы. А какая из героинь сегодня ты? Мы уверены, что новинки 2021 года должны вас порадовать, и у вас будет достаточно поводов сделать яркие мейки. Объявляем челлендж в нашем инстаграм-аккаунте Faberlic Makeup Official. Выкладывайте фото с ярким макияжем, ставьте хэштег «Хотим в Glam Team» и участвуйте в розыгрыше 3 боксов с косметикой Glam Team. Больше фото, больше шансов на призы. Все подробности у нас в аккаунте. Спасибо за внимание. Настя, спасибо большое за такую интересную презентацию. Друзья, на этом мы заканчиваем наше выступление. До встречи. Удачи вам.